Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем троллить друг друга. И вы, ребята, уже прекрасно знаете, что сейчас надо делать перед тем, как смотреть видосик. Обязательно поставьте лайк на оба наших видоса. Давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия троллинга. Побежали! Да, вперед, вперед, ура! Давай! В общем, ребята, вот моя карта. И сегодня у меня на карте будет небольшой ролплей. Жеке надо будет довести до дома потерянного мальчика в Португалию. Как вы уже поняли, кем будет являться этот мальчик. Но все же, у Жеки сегодня будет, я даже не знаю, ну, три каких-то испытания. И потом дом мальчика, где Жеку ждет благодарность за то, что он довел этого мальчика до дома. Ну, давайте сначала подумаем, сможет ли он его довести, а вдруг Жека как-то лоханется, как обычно. Об этом мы узнаем чуть позже. Но перед этим, конечно же, как обычно, давайте мы пойдем на троллинг Жеки, пройдем его троллинг, а потом уже вернемся на мою карту. Погнали, в общем. Ну что, Эдисон, проходи на мою карту, проходи. А, подожди, а ты меня что, встречать не будешь? Встречать? Нет, сегодня я тебя встречать не буду, Эдисон. В общем-то, знаешь, Эдисон, я устал над тобой издеваться. Все, сегодня будет обычный троллинг. Просто заходи, ложись и отдыхай. Ой-ой-ой, куда мне ложиться, куда мне ложиться? Будешь сегодня делать на моем троллинге, вот. Подожди. Вот на гамачок прилягу, такой, опа! Что за бешеная курица, куда побежала? Курица! Ты придурок! Курица! Эдисон, курица куда-то сбежала. Да, я сейчас за курицей по... Опа, курица. Эдисон, курица сбежала, курицы нету, она, кажется, прыгнула туда. Куда, вниз? Да, Эдисон, она прыгнула вниз. А чё там такие? Я не знаю, ну... Ну ладно, я сейчас убью эту курицу! Всё. Так! Жека, где? Эдисон, где ты? Я не знаю, где ты. В смысле, ты не знаешь, где? Я не знаю, ты куда-то попал. Ну, тут курица где-то, наверное, беги за ней. Ну, понятно, а зачем вообще за курицей бежать? А, откуда, ну, я знаю? Бульончик, а бульончик, чего? А, ну, наверное. Да чё за педобиры? Педобиры, бей его, Эдисон, бей его. Съешь меня. Эдисон, убей его. Да ты, он тебе будет мешать, убей его. Да не хочу я никого есть, писюн. Сам ешь свой писюн. Эдисон, тут, ну, как бы, тебе нужно съесть его, если ты не хочешь за курицу бежать. Я не буду писюн кушать. Не хочешь писюн кушать? Не, писюн. А что тогда будешь делать? Выживать как-то. Так, как мне туда запрыгнуть? Я тебе скажу так, что вот отсюда, вот сюда можно допрыгнуть. Нельзя. Я тестировал раз 8, наверное. Да невозможно! Ну хорошо, да, невозможно. Ну невозможно, да, будешь до конца видео тут сидеть, все, никаких тебе подсказок, никаких тебе, все. Да нереально сюда запрыгнуть! А я тебе сказал, что возможно. Ну, а ну давай запрыгнем, давай. Покажи мне, покажи. Эдисон, ну хорошо, давай. Блин, ну сейчас не получилось. Вообще это возможно. Вот запрыгнул. Да, вот это, в геймоде запрыгнул. Я как бы без полета обычно. Без полета, конечно. Жека меня разводит. Эдисон просто нуб. Эдисон нуб в Майнкрафте. Жека меня разводит. Он не умеет паркурить. Я запрыгнул со второго раза. Эдисон уже пятый раз, да? Потому что у меня геймода как бы и полета нету. Вот поэтому я не могу запрыгнуть. Я без полета как бы делал это. Да нереально сюда запрыгнуть. Если б сундук был ближе на один блок хотя бы, так нереально. Я не знаю. Жека, я не могу туда запрыгнуть, я тебе еще раз говорю. Ну, Эдисон, это возможно. Ну неужели допрыгнул? Вот с 50-го раза. Вот, Эдисон, видишь, писюн. Корми себе писюн. Видишь, вот, хорошо, что я его не съел, а отдал Лепенсу. Невозможно. Просто наиграться нельзя есть, поэтому... Так, ага. Что это такое? Моча. Это выпить, мне кажется, ее выпить. Чё за извращенские вот эти, как бы, троллинги? Эдисон, тут нужно выпить ее. Waterbrick. Эдисон, да, я тебе так скажу, ты сегодня у нас будешь Алисой в Стране Чудес. Если ты смотрел или читал, то как бы знаешь, там тоже было съесть меня, выпей меня. Да, типа Алиса там писюны хавала, да, и вот да, то есть ты Алиса, да? А, я понял, да, я понял. Ну ты немножко не в Стране Чудес, немножко в другой стране, поэтому... В стране троллинга, можно так сказать, да? Да, в стране троллинга. А куда мне вообще идти, у меня такой вопрос. Я не знаю, если не знаю. Я тоже не знаю. Вот в чем проблема, я тоже не знаю, Жека. Ну, Эдисон, ты же хочешь в Страну Чудес? Давай, со мной троллинг. Не хочу. Ну, у тебя обратного выхода нету, ты уже прыгнул в курячую нору. Курячую. Ты такой слепой, я даже никаких скрытых проходов не делал, это просто проход. А, просто проход, да, просто? Да, просто проход. Это не проход, это как бы туалет.
Да? Ну, а может под туалетом что-нибудь будет? Под туалетом, говоришь? Да, nice. Только Эдисон... Ну, попробуй еще один люк открыть. Да твоя злогучая дичь! Ну, еще один люк открой. Эдисон, только, понимаешь, ты как бы да, ты молодец, но а ты, чё там? Ты без мочи не справишься, поэтому пей. Я тебе ее скормлю, Жека. Я ее не выпил, поэтому я сейчас тебе ее. Не будешь отпить, ты хорошо, ладно. Она у меня в руках, сейчас тебе, Жека, спою. Не пей, Эдисон, не пей, а так, подожди, а что тут сундук? Ага. О, то есть мне сейчас обратно еще возвращаться, да, надо будет? Да, Эдисон, да. Ёханый ты, Жека, вообще вот это. А как ты? А, ты выпил всё-таки? Нет, вот. Я тебе выкину. А чё у тебя какие-то эффекты на тебе? Ну, потому что ты на меня наложил, голубчик. Ничего на тебя не накладывал. Ну вот, пей сам свою мочу. Писюны, вот, смотри. Он читер, он какой-то эффект на себя наложил. Ты в чате посмотри, ничего я не накладывал. А как, а тут и зелье какое-то... Так и не понял, что это ты сейчас... Ладно. В общем, Эдисон, ты в стране... Писюнов. Чудес. Писюнов, ну, да, почти. Писюнов. Ага. Вот. Ну, в стране голубчиков, так сказать. Я так и понял, вот, Жека. Эдисон, ну... ты должен найти 4 цифры, чтобы пройти в следующую... Точнее, вот пройти в главную... В главное здание, а там, и там ты сможешь выбраться. А то есть мне их убивать надо... Да, ясно. Да. О, Жека, это где... Ты пэхни, да, ты пэхни, это спонтвой. А чё тут твоя голова летает? А, всё, ясно. Какая голова? Это там голова, да, летала. Эдисон, бей голубчиков и, не знаю, ищи какие-то цифры. Да твою-то мать! Голубчики некоторые агрессивные, поэтому ты смотри, как бы аккуратно. Я уже понял. Так, опа. И что там? 1, 2. Ну, то есть первая цифра это 2. Жека, это нормально то, что я некоторых бить не могу? Да, ну так, да. Это Майнкрафт, Эдисон, это Майнкрафт, это нормально. Ну, типа, кто его знает, да? То, что, может, как раз таки... Может, я проверил, в том нету ничего. Да? Да. Ой. Твою-то мать, задь... О, так, хорошо. Да, хорошо. Ничего ломать нельзя. Да, я не ломаю, ничего не было, Жека. Этих я тоже бить, вот этого я бить. А, нет, уже. Ну что, можешь, не надо тут... Опа, еще один. Тут тоже ничего, Жека. Хорошо, у меня есть 2 циферки, а вот где последняя? В смысле, последняя? 4, ну да. А, 4, ну да. Ну хорошо, вот еще одну нашел, да? Хорошо, молодец. То есть, какой код? Подожди, 1, 3, 5. То есть 1, 3, 5. А посередине еще, да, должно быть? Да, наверное. В смысле, почему 1, 3, 5? Ты там. Ну, я пропустил, как бы, не видишь то, что я пропустил. Да не-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 не. Там ты просто смотришь. Нет, не так. Там вначале идет номер цифры, а потом. Да, 2, подожди, 2, 4, 5. Да, 2, 4, 5. Вот, да, вот так. И что я пропустил, Жека? Нет, не так. Угу. Жека, а чё я пропустил? Дай мне подсказочку, пожалуйста. Чё, почему я написал 1, 2, 4? Я что-то вообще не могу понять. Жека, ты что, дурак? Совсем придурок. 2, 2, 4. Подожди, 2, потом... Нет, 2, 4, 5, а пифт 1, 2, 4, вообще псих. Вот, подожди, вот, видишь? Да, теперь правильно. Теперь какая цифра ещё одна? Ты её не нашёл. Жека, я не знаю. Подскажи мне, пожалуйста. Нет. Да, она тут есть, как бы, ну. А где она? Тут голубчиков, я не знаю. А ты с голубчиков одну получил только, или да, две? Да, одну. Ну, надо еще, значит, голубчиков бить. Просто вот тут ничего нету, да? У этого голубчика я бить не могу. Паскуда! Да, у него ничего нет, не переживай. Так, хорошо. У этого голубчика. Попробуй. Нет, ты, кажется, не. У этого голубчика тоже ничего нету. А вот этот голубчик с головой Жеки. Так, подожди, может, краски у него есть? Не могу. Не, у него тоже нет. Нету, да? Да ты заколебал меня, ну честное слово. Этого я тоже бить не могу. Я не знаю, кстати, сам голову. Но у кого-то точно есть. А, ну хорошо. Может, вот у этого? Попробуй. У кого? Ты где? Может, у этого? Я за тебя. Жека, ты меня заколебал, честно. Ну ладно, вторая цифра 8, все. С этими голубчиками с непонятными. Так, хорошо, подожди. 2, 8, 4, 5, да? 2, 8, 4, 5. Зашибись. Проходи. Что это было? Эдисон, я не знаю, что это было, но мне кажется, тебе явно что-то нужно сейчас было сделать.
Ты можешь спаунпоинт прямо вот возле двери поставить, чтобы тебе не бегать постоянно. Ничего не понял. Ничего не понял! 2, 8, 4, 5. Ага, так, ага. И что там? И что там ты делаешь? А почему ты умер? Да потому что я умираю как бы. Да? Ну ладно, если тебя ТП, что какой-то баг был. Ага. Непонятное, Ну ты должен был, короче, в полете вот сюда вот прилететь, это было возможно. Ну да, если я прилетел как бы, да, у меня получилось, но я умер почему-то, не знаю. Да, я тоже не понимаю почему, но давай. И? Ну, не знаю, попробуй обойти, может, ну, может так. Зачем я тебе дал подсказку, черт бы я тебя побрал? А, ты не понял, ну ладно, хорошо. Обойти куда ты, Жека, ты с ума сошел? Я как бы вижу, да, но я не знаю что там. А, да, я... Ага, ясно. А, понятно, понятно. О, нет. Эдисон. Эдисон, тут такое дело, короче, это сторона Ибрагима. Ибрагим, как бы, он не просто Ибрагим, да, как всегда, а он тебе оставил небольшое послание. Сами перед Ибрагимом, это король, как бы, ну, уважай короля. Ну, я встал. Не, ну ты давай. На голову. Нет, давай ты сюда встанешь, вот. Ну, я сел. Слушай послание Ибрагима, Эдисон. Здравствуй, Эдисон. Я очень долго ждал нашей встречи. Дело в том, что мы оба знаем, что ты показывал Писион своему другу Жеке. Я ничего не показывал. Ты не хочешь в этом сознаваться. Все это зашло слишком далеко. Ты разными средствами пытаешься оправдаться, но все мы знаем, что ничего у тебя не выйдет. Потому что я ничего не показывал. Поэтому ты здесь содеянным, и я отпущу тебя из страны чудес. Эдисон, ты сам слышал, что сказал Ибрагим, он тебя отпустит только если ты признаешься. Да, я признаюсь, но я ничего не показывал, я признаю то, что я ничего не показывал. Нет, Эдисон, ты должен сказать правду, понимаешь, чтобы выйти, должен сказать правду. Ну я тут останусь, но я ничего не показывал, Жека. Ну ладно, если оставайся тут, как бы, Я буду тут оставаться. Оставайся, да, тут. Да я останусь! С метрофанами! Пускай меня наказывают, но я ничего не показывал. Все равно мы все знаем, что ты там показывал писюн. У меня есть аудио подтверждение, что ты сказал, что я не показывал, а у тебя нет. Я знаю, что ты пытаешься, вот видишь, Ибрагим сам сказал, ты разными способами пытаешься оправдаться, ты вымаливаешь какие-то слова. Но все мы знаем правду, и пойдем на твой тролль. Нет, это как раз таки, Жека, это неправда как раз таки. Как раз таки, это неправда. Не-не-не-не-не, ничего не было, Жека, ничего не было. Жека, ой, Меня. Жека, вот, в общем, подожди, не заходи. Ага. В общем, сегодня будет, короче, Жека. Тебе, ну, ты стой тут, а я пока тебе расскажу, что тебе надо сегодня будет делать. В общем, Жека, ты у нас сегодня будешь супергероем. Ну, не то, что супергероем, ну, короче, тебе надо будет спасти потерявшегося мальчика в лесу. Понимаешь? Mm-hmm. То есть мальчик потерялся, это португальский мальчик, он потерялся в лесу, понимаешь? Ага, вот. И он типа сгорит. Горит, да? Да, лес горит, потому что вот, там все очень плохо. А я могу заходить, нет? Нет, не можешь. Вот. Поэтому, Жека, тебе надо его довести до дома, понимаешь? Провести его. Поэтому давай, Жека, заходи. Ну это мне как бы встретить, я так не зайду. Ну ты заходи. Настя! Испугался, да, говорит. Здрасте, это вы-то мальчик, да? Это я мальчик, который потерялся. Ты куда спас? Меня надо дома довести, дом в другой стороне, придурок. Да, дом-то! А вы вообще девочка или вы мальчик? Я мальчик. В юбочке. Да, это нормально. Ну, давайте познакомимся. Нет, спасибо. Будете со мной знакомиться. Вот нет. Как раз таки ко мне домой придем, а там уже. Нет, его. Пойдем, мальчик, пойдем, я там что-то увидел. Там уже сюда. Там уже сюда. А что там? Я не знаю, мальчик. Да я потерялся, ты меня не спрашивай, я сам первый раз в этом лесу. Ты видишь, какие у нас тут пожары делают? Мальчик, вообще иди в жопу, все хорошо. У нас тут пожары, девочка. Мальчик, я не знаю, что тут делать. Да спаси меня, дед. Добил мальчика. Умер мой спаситель. Ты пэхнись. Поставь спанпоинт. Так, хорошо, мальчик, я вас слушаю. Попробуй перепрыгнуть, девочка. Может, у тебя получится. Не-не-не, мне не получится. Значит, надо каким-то другим путем. Подожди, сейчас. Я перепрыгну точно не смогу, потому что я очень толстенький. Ну что, тогда ты остаешься тут, и я пошел. Не-не-не, ну твоя главная задача, спаси меня. Сейчас, ну подожди, я думаю, тут никаких сундуков скрытых нет. Тут думать не надо, тут меня спасти надо. Я тебя сейчас спасу, подожди. Так я тебя сломаю. Девочка, ты слепая, очень слепая. Да чё слепая-то? Всё.
Понял. Ага, проезжай плейс, всё. Всё, 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 мальчик, а ну отстань от меня, сейчас я всё сделаю. Ага. Что это? Джамбуст. Ага. Да, это джамбуст. А, сюда. Не сюда. Ну, всё, девочка. Не-не-не. Девочка, там джамбуст на 2 секунды, понимаешь? Тебе надо как-то перепрыгнуть за 2 секунды, вот этот. Вот это всё. Ты издеваешься, что ли? А чё? Ну как бы это реально. Не, девочка, мне говорили то, что сначала надо на дерево запрыгнуть, а потом с дерева сразу на вторую сторону. Хорошо. Ты даже прожаренный. А, понятно. А, тут как бы 2 секунды, а не 22. Ай-яй-яй, не получилось, не получилось. Ах, останусь я тут навсегда, никто меня не спасет. Ну хорошо, доставайся. Ой-ой-ой-ой-ой, почти. Нет! Почти, девочка, у тебя все получилось. Давай, давай, давай. Да и сам ты девочка. Фу, о, отлично. Молодец, девочка. Так, ага, так, да ты там что-то там остался? Ага, все, я тебя нашел. Сейчас, подожди. Девочка, мост построй, пожалуйста. Мне надо пройти как-то на другую сторону. Построй мост. Я, подожди, малой, подожди. Как он строится-то? А, вот тут. Нет. Нет, вот так, на шифте за вот. Становись вот так и вот так. Да, и так тоже нормально. Нет. Сейчас, подожди. Ты помни то, что я прыгать не могу. Вообще не можешь, вообще не могу. Я вообще очень толстенький. Все, давай! Я не могу прыгать, тебе еще 3 запчасти моста надо найти. Какие ты. Они вот там в яме. Меня папа горел, когда он на охоту сюда выходил. Вот там что-то есть. Там что-то есть, хорошо. Да. Что-то тут ничего нет. Ты там, кажется, там два сундука, один под другим. Ты тупая эта девочка. Понятно. А что мне теперь делать? Умирать, наверное. А там невидимая дверь, там лава, вот там где лава, там невидимая дверь, невидимые блоки. Давай! Какая нахрен лава? Какие невидимые блоки? Невидимые блоки на выходе! На каком выходе? Лучше бы я тут умер, и никто меня не спрашивал. Я ты тыкал, невидимые блоки, твою мать, не дверь, а блоки невидимые. Пройди сквозь невидимые блоки в лаву. Спаситель мой, конечно, тупой. Все, давай. Сейчас, так, ты... Что-то не получается. Да построй ты мост уже, наконец-то! Да он не ставится! Мост построй! Да он не ставится, понимаешь? Ага, так... Всё, заходи. Не, я не смогу это перепрыгнуть, 120 кило. Какие прыгать? Я прыгну на мост, он поломается. Подожди. Ну, если он тут не ставится, просто реально не ставится. Так всё там ставится. Не ставится, я говорю. А вот так можно. Я прошёл, спасибо. Добил, конченый. Спасибо за то, что спасла меня девочка. Пошли. Тупой мальчик. Да ничего, я не тупая, ты тупая. Давай. Так, всё. Подожди, да ничего не зашиб, я забыл, кнопочка же у меня была. Пошли. Пошли, девочка, пошли. Так, ага. Ой, тут, я знаю, я тут уже ходил. Нет, иди сюда, за мной, будешь за мной. Тихонечко. А, ты знаешь, как ты набрал, да? Я уже тут был. Ты, стой, никуда не иди, будь за мной, я с ними уже знаком, это вообще бандюганы португальские. Вот, иди за мной и вообще ничего не гори, вот тихонько, а то они начнут в тебя стрелять, и всё, хорошо, давай, я за тобой. Пошли, а я упал. Ты видишь, придурок, дура! За тобой обвети, дебил! Ты дурак совсем, что ли? Иди за мной, говорит. Что, мне запрыгнуть или что? Я ж случайно упал. Нет, все, выбирайся. Выбирайся, девочка, тупая девочка. Я-то выберусь. Давай, девочка, давай, выбирайся, девочка. Падла тупые. Падла. Ай-яй-яй. Девочка, помогите! Нет! Вот видишь, значит, если не работает, значит нельзя сюда пройти. Девочка! Да подожди, сейчас все заработает. Я не могу, меня зажали, помогите! Да ничего, не работает, ну тебе выход надо найти. Девочка, я тебе помогу. Тебе не сюда надо, смотри. Я тебе меч выкинул, девочка, меч выкинул, убивай их! Сидите сюда, падлы, португальчики. Давай, молодец. Нет, тебе, девочка, туда не надо. Кнопочка опять у меня была. Пошли, девочки. Ой-ой-ой. Что, мне их бить? Нет, тебе пройти. Этих точно, ты видишь, они намного жестче, чем мы. У меня мост остался, пойдем по мосту. Нет, мост тут не поможет, тебе надо пройти вот туда, девочка, вот туда. Может, ты быстренько кнопочку нажмешь, а смотрю, ты вообще маг летать умеешь. Да, ну, это ничего такого. Девочка, тебе надо меня провести, я с ними вообще не дружу, я не могу к ним приближаться. Девочка. Подожди. Нельзя их толкать, они будут биться. А как тогда? Давай, может, ты сам пройдешь, я тут останусь. Нет, ты обещал меня провести, девочка. Вот давай, проводи меня. Быстро!
Да мне кажется, тут ничего нету на самом деле. А как тогда? Ну проходи. Пытайся. Ну давай! Давай, будь упор, никогда не сдавайся, девочка! Давай! Да чё? Да невозможно это! Чё невозможно, тупая! Ты тупая, девочка, тупая, понимаешь? А чё делать? А, прила. Да, они меня не бьют, я могу пройти, а вот ты чё? А я как-нибудь их затолкаю. Не, нельзя их толкать. Тогда понимаешь? Ты толкни! Ну хорошо, ты стой тут, девочка, я ща приду. Хорошо? Девочка, я ещё приду. Да, а ты можешь, в принципе, за мной идти. Мне кажется, я нашел выход. Можно сюда. Да, а, ну нормально. Хорошо. Куда ты? Чё? Ну. И как? Ну тогда да залезь, я же смог залезть, давай, залезай. Ну ты как бы это тут вообще жесткий, я ничего не понимаю. Чё, ну, как? Да ты люк открой, дура! Как. Да ты дебил, хватит его закрывать! Да я ничего не делал. Не тут попробуй, да я тебе сейчас дам! Перестань его закрывать! Хорошо. Да все, хватит! Я не буду, я не боюсь. Мальчик, ты тупой, понял? Придурок, конченый, дебил! Я отказываюсь это проходить, он меня издевается. Нет, нельзя, девочка, ломать люк. Ты мне еще больше говоришь. Да, ты заколебал! Хорошо, девочка, пошли. Хорошо, пошли, я не буду ничего делать, пошли. Да, конечно. Да не буду я... Девочка, дура, ты где? Все, пошли, пошли. Только тут тихо, девочка. Твою мать! Всё. Девочка, не бомби, девочка. Вот проходи. Куда? Ну вот за ними, за спиной надо прыгнуть. И вот в дверь. Да! Нет! Пошёл в жопу! Падла, паскуда, да! Нет! Как же я вас ненавижу, эти сраные португальчики! Вот, все. Да, твою мать! Девочка, ты где? Девочка! Ой. Туда. Ну все, заново побежали. Все заново. Ну давай, хорошо, ты пехайся, девочка. Давай. Ну ладно, ты там проходи, да? А я пошел, тут проход был, смотри, девочка. Я не закрывал никакой люк. Ты дебил! Вот сюда, мы можем тут пройти, девочка. Ой, тупорылая вот. Свинья. Ой, всё. спасибо. Иди сюда. Держи жопу, жуй свои. Иди сюда. Да не заходи, иди сюда. Признайся. Тебе надо. Признайся то, что ты не что девочка. Что ты дебил, да, ты нет, дебил. Нет, ты не девочка. Убери вот этот все макияж, убери платье. Я знаю, что ты парень, Жека. Ой. Убери вот это все. Ну. Я знаю, что ты не девочка, да? Ну. Спасибо тебе большое за то, что провел меня. Спасибо тебе большое, Жека. Не за что. Спасибо. Ну я тебя отблагодарю. Ну, то есть у меня для тебя есть подарочек за то, что ты меня провел. Спасибо тебе. Иди сюда. Ага. Анжела! Анжела, моя сеструха, красавица, просто первая чика на районе. Она уже. Ака безумный фащик! Ну она уже пятый год не может жениха себе найти. И спасибо тебе, Женек, за то, что провел меня. Спасибо тебе большое. Да, смысле, это усы? Типа, Анжела, давайте. Анжела, Пап! У меня папа священник! Пошёл в жопу! Папа священник, подожди! В общем, папа, да, ты там их, давай, венчай, давай. Жека, ты согласен? Я пока все подготовлю к свадьбе. Вот это сюда. Давай, Анжел, вот это в засос его целую. Ну, ближе, подойди к нему, ну чё так далеко-то стало, Анжел? Ну давай. Папа, давай, там, Жека, ты согласен? Анжела, согласна? Я пока тут все подготовлю. Не согласен. Ну, или, Жека, или у тебя другой вариант? Можешь текать с села, вот, текай. Вот тут село, текай села. Или все, ты где? Я тут. Давай, Анжел, да ближе ты подойди к этому придурку. Ты видишь, какой он стеснительный. Давай. Давай, ну пап, ну давай побыстрее. Ну давай, давай. Жека, ты готов взять в жены мою сестру? Анжел, да куда? До свидания, я убегаю. Жека, ну могла быть хорошая семья, счастливая.
И спасибо, лучше я сдохну. Лучше ты сдох. Ты меня провел домой, я тебя хотел познакомить. Да мне вообще это все по барабану. И так хорошо, одному. Первая чика на районе. Жека. Ну передумай. Анжела. Анжела! Сгинь, чистая сила. Я ее еще позову. Анжела! Сейчас она придет, подожди. Ты стой тут! Придурок! Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Всю жизнь так будешь одиноким. Будет новая серия, да. А может и не будет, я не знаю, мне он заколебал. Вот здесь у меня сидит. Подожди, еще Винни-Пух тянет. А! Все. Ай! Жека! Я тебя тут жду. Хорошо, подожди. Да иди сюда. Да не. Да иди сюда. Да нет. Да я тут жду, давай, то сейчас кресло уже проломится. Да нет, давай, да ты там сам. Ну хорошо, ребят, ставьте лайки. Если Жека не придет, то ему... Да, ребят, я не буду это перестраивать, Жека. Я не буду это перестраивать. Я не буду это перестраивать! Как же классно все-таки. Ребят, все, давай, всем пока, Эдисон будет пока это все перестраивать, а мы... Это было наше последнее совместное видео. Больше вы нас вместе не видели. До свидания.